Высококачественная продукция – это синтез науки и производства. На Белшине эту формулу не просто знают, по ней работают. В самом сердце предприятия есть отраслевая лаборатория, уникальная в своем роде. Эффективность ее работы подтверждают цифры – плюс 1,5 миллиона рублей. Столько заработало предприятие за 11 месяцев. И это не предел, уверены шинники. Есть еще такие качественные показатели, которые в деньгах на сегодняшний день еще оценить сложно. Это оценится в будущем, в перспективе продаж. Так вот, по шинам СКГШ у нас позволило снизить теплообразование в изделии до 8%. Это с учетом того, что все борются за процент, за два, это вообще глобальный скачок. Лаборатория была создана в 2014-м. Через 5 лет провели модернизацию, закупили партию оборудования. 11 высококлассных аппаратов на сумму более 3 миллионов рублей. Динамо-механический анализатор – аналог мини-лаборатории. Аппарат имитирует нагрузку на шину в движении, сжатие, растяжение и деформация. Один такой экземпляр стоит около 200 тысяч евро. В первую очередь, лаборатория – это новые разработки. Чем здесь и занимаются? Уже создали уникальные рецептуры легковых и грузовых шин. В ближайших планах – производство и новых сельскохозяйственных, плюс повышение характеристик сверхкрупногабаритных. К слову, сегодня труд специалистов оценивает председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси. Александр Шумилин общается с коллективом, рассказывает о планах на будущее и, конечно, благодарит за труд. Очень приятно, что вот опять же прикладная наука. Сегодня уже прозвучало, что в отраслевой лаборатории, кроме конкретно прикладных вещей, уже готовятся 3 диссертации. Это тоже важно. Вот у нас развитая страна, и важно, чтобы люди могли, особенно молодежь, самореализоваться, защитить диссертации, ну и внести свой вклад в наше развитие страны. Напомним, Белшина – одно из самых крупных предприятий в Европе. Выпускает более 300 типоразмеров шин. Продукция промгиганта конкурентоспособна и пользуется успехом. Благодаря качеству, надежности и долговечности бренд завоевал высокую репутацию как у отечественных, так и у зарубежных потребителей. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.